Всем большой привет! У меня здесь идет подготовка к Новому году, так как у нас сегодня 31 декабря, но это видео вы увидите только 1 января. Вот я тут готовлю на новогодний стол. У нас сегодня будут суши, роллы. В общем, порезала уже огурцы. Вот такие вот длинные соломки. Вот. Специально взяла длинненький огурцы. Вот один у меня пока остался, не стала его дорезать. Потом у меня здесь грудинка свиная. Я, видите, она нарезана такие слайсы. Я просто разделила ножом напополам, разрезала. Потом выложила из морозилки форель. Она у меня заморожена. Я ее предварительно подморозила. Сейчас она минут 5-10 полежит, чуть-чуть оттает, и я ее буду нарезать. Специально подморозила, чтобы она в процессе нарезки не рвалась и нарезалась тоненькими слайсами. Вот так потом ножиком буду. Вот, дальше, пока у меня рыба размораживается, я хочу нарезать крабовые палочки. Ну, обычные крабовые палочки, я их тоже буду нарезать такой вот длинненькой соломкой, чтобы нам тоже укладывать на ролл. Ну, просто вот такие вот разрезаю их. И все, сразу хочу сейчас все нарезать, подготовить. Рис у меня, килограмм риса сварила. Он у меня уже настаивается, он у меня сварился. И минут 15 я его сейчас газ выключила, подержу под закрытой крышкой. Потом добавлю рисовый уксус. У меня здесь объем 220 миллилитров. Ну, где-то на килограмм риса уйдет. Ну, около 200 миллилитров. Посмотрю, буду, конечно, пробовать по вкусу. Вот. Потом чего? Я уже приготовила салат оливье. Стало сегодня, ну, как всегда, раньше всех, чтобы успеть все сделать. И приготовила тазик. Ой, сейчас достану. Оливье. Какой Новый год у нас без оливье, конечно. Обязательно готовим каждый год его. Хотя я знаю то, что сначала все будут есть суши, потому что мы их очень любим, мы их и на каждый праздник всегда готовим. Но сейчас время позволяет, выходные, я решила приготовить сама. У меня здесь на заднем фоне идет фильм «Девчат». Я только что посмотрела «Золушка», вот пока готовила, у меня шел. А сейчас смотрю «Девчата». Нравится мне это кино. Всегда с большим удовольствием его смотрю. Звук немножко убавила, чтобы у меня слышно было. Вот стою, чтобы мне веселее здесь работалось на кухне. Вот. Мои сейчас ребята ушли в парикмахерскую постригаться, наводить красоту. Вот я еще Сережа попросила, чтобы он докупил мандаринов. Нам надо тоже, чтобы на стол поставить. Да и так в течение дня тоже поесть. Потом также сварила, вот недавно только выключила борщ. Видно вам там. Вот борщец, потому что все равно обедать надо, тем более борщ мы любим. Вот с чесночком сделал, такой ароматный будет, вкусненький. Сейчас Сережа купит черного хлеба к борщу. Так вот, ну а я вот потихоньку готовлю, никуда не тороплюсь, потому что времени достаточно. Вот думала готовить или нет селедку под шубой, но Сережа говорит: Ань, куда столько наготовить, кто говорит это все съест. Но оливье это грех, конечно, не приготовить. А под шубы, там будет впереди, потом у нас Рождество, можно будет ту же самую мимозу приготовить, селедку под шубой. В общем, еще какие-то салаты, в общем, за праздник, я думаю, мы успеем это все поесть, приготовить. Так что я особо проблем в этом не вижу. Ну все, я потихоньку буду тут все подготавливать, нарезать. В общем, проводить время с пользой. Смотрите, вот свое любимое кино. Сегодня такой день хороший. Фильмы вот эти прям друг за другом идут новогодние. Вот «Ирония судьбы» тоже мне очень нравится. Чуть позже он будет. Но пока смотрю фильм «Девчата».
Так, все, у меня уже подходит все к завершению. Все мое приготовление. Так, сейчас у меня доготавливались запеченные роллы. Вторая партия. Вот такие вот с зелененькими шапочками. Потом вам все покажу, какие роллы у меня получились. Я уже другие отнесла на стол, поставила. Вот остались у меня одни запеченные. Сейчас выложу их на тарелочку, и тоже они отправятся к столу, к нашему. И все. Дима меня попросил, чтобы я ему приготовила картошку фри. У меня вот тут на сковородке разогревается масло. Порезала ему картошку. Сейчас буду готовить ему. Захотел он картошечки. У нас вообще Димка мало чего ездит. Его очень тяжело чем-то накормить. Но он любит и жареную у нас картошку, и картошку пюре, и макароны. Но гарнир вот он как любил раньше, я вам говорила, так вот он их и любит, супы и любит. А вот мясо, рыбу, это как-то не особо у него заходит. Так, это все у нас. Вот такие две тарелочки, это будут у нас запеченные. Так, ну что у нас тут? Вот я сейчас уберу, чтобы мне тут ничего не мешало. Так, масло у нас нагрелось. Ну, в принципе, уже можно, я думаю, забрасывать. Сережа с Димой там принимают ванны уже. Сейчас я доделаю тоже. Пойду себя в порядок приводить. Все, бурлит, кипит. И все, сейчас вот картошку дожарю. Фришку мы сделали. И на этом буду заканчивать свое приготовление. Так, что у нас? Застелила уже бумажными салфетками, чтобы масло впиталось. Так, я думаю, по многу я не буду вот так в два захода. Так, все, одна партия у нас готова. Я ее попробую, конечно же, чтобы она внутри сырая не была. И вот так вот перекладываю на бумажные салфетки, чтобы впиталось лишнее масло. Сейчас мы ее присолим, чтобы она вкусненькая была. Вот, взяла контейнер такой с солью, у меня есть с дырочками, чтобы вот так вот сверху посыпаю солью. Так, все, и теперь выкладываю следующую картошку. Ой, господи. Тут ирония судьбы у меня идет, смотрю. Как он уже в Санкт-Петербурге оказался. Так, ну все, вот такая вот картошечка получается. Сейчас Димка будет кушать. Вкусно. Ну и хочу вам также показать наш сегодняшний новогодний стол. Вот так вот он выглядит. Я сегодня не стала много наготавливать, потому что каждый год готовишь, и потом еще неделю доедаешь. Мне кажется, лучше приготовить, съесть и на следующий день приготовить что-то свеженькое, вкусненькое, чем потом еще неделю доедать. Ну и давайте вам покажу суши, которые я сегодня приготовила разных видов. Вот так вот они выглядят.
Приготовила то, что я знаю, действительно сегодня съестся. Суши мы очень полюбили. Вот это запеченное. Вот так. Вот такие 4 тарелочки суши. Конечно же, салатик оливье. Прошу сразу прощения за освещение. Конечно, свет у нас в комнате темноватый. Вот из напитков у нас будет только газировка, сок апельсиновый. И там еще у нас охлаждается шампанское детское. Алкоголь мы не пьем, так что алкоголь у нас на столе обычно не бывает. А вот такие вот детские напитки мы употребляем. Ну, так что вот, решила вам заснять наш столик. Конечно же, потом попьем чай с конфетками. Вот я их уже тут приготовила, коробочку конфет. Вот у нас будет потом, кто захочет уже. Все, мои дорогие, с Димкой хотим вас поздравить с Новым годом, так как вы это видео будете смотреть 1 января. У вас уже Новый год наступил. Хочу вам пожелать всего самого хорошего в Новом году, чтобы все ваши мечты и желания обязательно исполнились и сбылись. Счастья вам, здоровья, мирного неба над головой и всего-всего самого лучшего. Желаем вам. Ну, а мы сейчас будем садиться за стол, провожать старый год и встречать новый 2023 мама, год кролика. Давай, скажи. Берегай, Новый годом, тятям году. Дим вас тоже поздравил с Новым годом 2023. Да? А чего ты пожелаешь? Здоровья, счастья, всего хорошего. Чтобы Дед Мороз под елку подарки принес. Чтобы мне Мороз поразил утвашеню оленью с бальпелем кутую. Чтобы машину тебе Дед Мороз положил. Да. Ну посмотрим, да. Хорошо ли ты себя вел. Положь тебе Дед Мороз. Все веду и так. Да, молодец. В общем, ой, тихо. Всех поздравляем с новым 2023 годом. Ура! Все. Ну все, мои дорогие, мы увидимся с вами в следующем видео. Спасибо, что нас смотрите, пишите свои комментарии. Нам очень приятно. И всем пока-пока. Пока-пока. Ну а мы будем провожать старый год и встречать Новый год кролика. Кролика. Смотри, какой у нас кролик есть. Нам связали, подарили вот такого кролика. Мы его на елочку посадим, да? Да. Вот, всем пока-пока.